Книга – не только источник знаний или лучший подарок, это то, что действительно объединяет. Да, смартфон – мощный конкурент, но и сюда книги закачивают и читают или слушают их в очереди, по дороге или перед сном. Все, кого вы сейчас увидите, регулярно читают, и они все имеют отношение к «Газпромдобыче Ямбург», и у каждого из них будет буквально по минуте на то, чтобы рассказать про книги, которые их заинтересовали, чем-то зацепили или на что-то вдохновили. И, возможно, их рекомендации заинтересуют вас на самоизоляции. Разные люди, разные вкусы, разные книги. Ну-с, приступим. Если вам по душе эпичные произведения, то вам наверняка понравится роман Томаса Манна «Буденброки». Это одно из выдающихся произведений в жанре семейной саги немецкоязычной прозы. За это произведение Томас Манн был удостоен Нобелевской премии. Сюжет книги интригующий, захватывающий, с подробным описанием характеров героев. Книга читается очень легко и дает пищу для размышлений. Роман надо читать неторопливо, вдумчиво, смакуя каждую деталь. Кстати, дом, где происходили события романа, можно увидеть воочию в Любике. Дом так и называется «Дом Буденброков». Наряду с романом Томаса Манна «Буденброки» в жанре семейной саги стоят такие выдающиеся произведения, как «Сага о Форсайтах» Джона Галсуорси, три тома, «Тихий дом» Михаила Шолохова. Как вы видите, все эти произведения достаточно объемны, поэтому вам их хватит на весь период изоляции. Приятного чтения! Для любителей логики я бы посоветовал книгу Реймонда Смалина с запоминающимся названием «Как же называется эта книга?». На мой взгляд, она похожа на увлекательный и практичный задачник по логике. В ней отлично сочетаются теории и задачи, усложняющиеся от простых к замысловатым. Читается на удивление легко и интересно. И мне кажется, это все благодаря замечательному остроумию и прекрасному чувству юмора автора. Если человек произносит «я лгу», говорит ли он на данный момент неправду? Почему физики и математики по-разному решают задачи? Ответы на эти и более серьезные вопросы вы найдете в этой книге. А может быть и ответ на вопрос «как же называется эта книга?». В последнее время прочитано много книг о том, как исполняются желания, как двигаться к своей мечте. И все они имеют такой мотивационный оттенок. Говорится, как правильно формулировать свои желания, как двигаться к своей цели, какой эмоциональный настрой должен быть. И все это больше похоже, конечно, на сказку. Но ко мне в руки попалась книга Джо Диспенза «Сила подсознания». И это научное обоснование исполнения мечты. Написано все очень легко, понятно. Одна треть книги – это практические занятия, очень интересные. А все, что научно обосновано, то факт. Приглашаю вас прочитать эту книгу. Ну и встретимся на острове нашей мечты. Одна из последних книг, которую я прочитал, это книга Гида Мопассана «Милый друг». С этим автором и с этой книгой я был знаком с раннего детства и юности, но она мне не попадалась. И вот прочитав ее уже в зрелом возрасте, я был очень удивлен и поражен. В детстве мы всегда ассоциировали эту книгу с эротическим романом. Но сейчас, прочитав ее, я не увидел там никакого эротизма. Это книга о человеке, который делает свою карьеру, продвигаясь по ступенькам своей карьерной лестницы, используя связь с различными женщинами. Что меня поразило в этой книге? Меня поразило то, как Мопассан описывает состояние страха, ожидания смерти. И саму смерть. Складывается впечатление, что Мопассан сам пережил эти волнения, чтобы потом их положить на бумагу. Пожалуйста, кто не знаком, очень советую. Каждый человек в своей жизни стремится к счастью. Но каждый по-разному понимает, что это такое. Книга, которую я хочу порекомендовать, говорит о смысле жизни, о важности сострадания, любви, о преодолении препятствий. Но все-таки самое главное – эта книга говорит о том, что такое истинное счастье
и как его достичь. Книга написана из бесед Далай-ламы с психиатром Говардом Катлером. И называется она «Искусство быть счастливым». Книга, которая произвела на меня неповторимое впечатление, это книга Григория Служителя «Мисаэля». Действительно удивительная книга, книга, рассказывающая о жизни кота. Но, конечно же, это метафора, потому что, наверное, через вот этот взгляд автора очень легко увидеть что-то, что происходит в жизни каждого из нас. Книга о теплых, настоящих человеческих эмоциях, о страданиях, о радости, о удовольствии, от очень простых и понятных каждому из нас вещей. И что еще мне особенно нравится в этой книге, она написана очень живым, хорошим, правильным русским языком. Именно такой должна быть настоящая русская литература. Удачи вам и читайте книги. Костя. Ну что тут добавить? Константин Портных, Вероника Портных и все домашние операторы героев сюжета специально для Я ТВ.